Здравствуйте, хочу представить обзор. Это у меня пришел Realme 5. Аппарат заказывался на Алиэкспресс. Заказ пришелся как раз на Новый год. 31 день все это дело добиралось. Почта Сингапура до нашей провинции. Магазин Гонконг Вилласт Сторы. 498 грамм. Посылка весила. Здесь, в общем, Puzzle Toys. Продавец обозначил $30. 450 грамм. Обошелся мне аппарат 8000 рублей. Там купоны я, в общем, применил на 600 рублей. $125 обошелся. Пришел он в таком матрасе. Все, в принципе, окей. Что у нас здесь интересного? Аппарат анонсировался в августе 2019 года. Материал здесь пластик. Экран у нас стекло Corning Gorilla Glass 3-го поколения. Цвета известные синий-фиолетовый. Основные банды поддерживаются B3, B7, B20. Полноценный слот для SIM-ка. Две наносимки плюс микро SD-карта. Экран IPS 6,5 дюймов. 1600 на 720. Вот такое разрешение. 20 к 9. Android 9 на борту. Железо здесь Qualcomm Snapdragon 665, 11 нанометров, Cortex A53, 4 на 1,8 ГГц, Creo 260 Silver и Cortex A73, 4 на 2 ГГц, Creo 260 Gold. Adreno 610 видеоускоритель, оперативки 3 ГБ, 4 ГБ версии есть, LPDDR4X. Внутренней памяти 32 под вопросом, не знаю есть или нету, но вот известная 64, 128 ГБ. У меня версия пришла 3,64. Аккумулятор 5000 мА, зарядка здесь 5 вольт 2 ампера, размеры 164,4 на 75,6 на 9,3, аппарат весит 200 грамм, основная камера Sony IMX 386, 12 мегапикселей f1.8, ультраширокая камера 8 мегапикселей от Xenix, H846 f2.2, 2 мегапикселя камера от Galaxy Core GC2375 f2.4 и камера, отвечающая за глубину, 2 мегапикселя от Omnivision V02A1B. Фронтальная камера от Samsung S5K3L6 f2.0, версия Bluetooth 5.0, 3,5 мм джек есть, microUSB, Wi-Fi 5 ГГц, FM-радио, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, датчики здесь основные, компас, гироскоп присутствует, магнитный датчик. NFC только в русифицированной версии. А с такой коробки все это дело пришло. Realme 5, 5000 мА батарея, четырехглазая камера, Realme 5, вот такой логотип R. Вот сзади коробки смотрим, это основная информация по бандам и версия аппарата 3.64 у меня. Realme RMX 1911, вот такая версия. Было, ну, вот сверху пленка, здесь, ну, продавец уложил в комплекте стекло. В комплекте также шел вот такой чехол, достаточно такой толстый, заходит на рамки экрана, кнопки закрыты. Чехол сам непрозрачный, такой темного цвета, внутри насечка, такое рифление, кнопочки закрыты. Ну, в принципе, все отверстия на месте, но сам чехол мне не понравился, такой туговатый и громоздко телефон в нем смотрится. Вот такой конверт, здесь вот наклейка была на сзади на спинке аппарата, сам аппарат в таком конверте был. Внимание, то что здесь видно, вот полноценный слот. Различные гарантийники, мануал RMX 1911 версия, где что располагается, характеристики основные аппарата вот перечислены. Также продавец вот такое стекло положил в комплекте. Посмотрим, как на самом аппарате все это дело смотрится. Ну, вроде все по размеру подходит. У этого продавца Гонконг Вилласт Сторы, в принципе, это уже заведено, отправляет в комплекте подарком стекло. Также в комплекте идет вот такая зарядка Realme, брендированная зарядка, 5 вольт 2 ампера, ничего особенного. Шнурок USB, microUSB, вот такой вот желтый. Да, вот он, все дела, такой шнурок, как бы красиво смотрится, но он какой-то говношнурок, в общем, оказался. Через него не очень хорошо все дело это заряжается. В комплекте также идет скрепка. Ну, все это дело убираем. Давайте посмотрим, как выглядит чехол. Он достаточно туго так заходит. Зато защита такая идет. Вот видно, что каемка чехла возвышается над экраном. То есть при падении есть вариант, что экран будет целый, если плашмя упадет. Вот. И каемка вот этого чехла примет удар на себя. Ну, в принципе, смотрится зачетно. Никаких проблем. Вот он такой прозрачный. Цвет видно, вот такой синий. Но все-таки он громоздко как-то выглядит. Не знаю, вот эти вот края, как-то мне неудобно было в этом чехле пользоваться аппаратом. Ну и давайте посмотрим, как выглядит сам аппарат. В принципе, зачетно выглядит, неплохо. Вот знаменитая крышечка от Realme с их таким градиентом, рисунком. Прикольная структура, все это дело так переливается, как камни, самоцветы. Ну и давайте по внешнему виду. Спереди у нас 6,5 дюймов IPS дисплей, 1600 на 720 разрешение. Сверху располагается полосочка разговорного динамика. Видим вот эту капельку, где располагается фронтальная камера от Samsung S5K3L6 f2.0. Также здесь располагаются вверху датчики освещенности приближения. Ну и довольно, в принципе, такие рамочки тоненькие. Но вот эти покатые края, конечно, выдают такое.
такую бюджетность, можно сказать, снизу вот такая оборотка. В принципе, аппарат хорошо лежит в руке, 29, такое соотношение неплохое. Имеется эффект 2.5D, наклеена защитная пленка заводская. Ну, в принципе, в плане использования проблем особых не заметил. Сверху у нас ничего, справа кнопка включения и выключения, слева разделенная качелька громкости, громкость вверх-вниз, сверху лоток полноценный для сим-карт. Ну, такое расположение кнопок, наверное, спорное, может быть, дело привычки. Вообще привык, чтобы кнопка включения справа была и сверху располагалась качелька громкости. Ну, вот так вот решили Realme сделать. Посмотрим на сам лоток. Лоток полноценный, как видим. Материал здесь непонятно, вот виден вроде металл. Пластик, две наносимки плюс микро SD-карта. Снизу располагается 3,5 мм джек, два отверстия, где-то здесь располагается микрофон, микро USB-разъем, мультимедиа-динамик. Несъемная крышка, имеет вот такие покатые края. Смотрится замечательно, можно даже со стеклом как-то издалека спутать. Надпись Realme, Made in China. Сканер отпечатков, однотоновая вспышка. Блок из 4 камер, не сильно так возвышаются, в принципе, в пределах приличия. Гордая надпись F1.8, камера от Sony, основная, на 12 мегапикселей. И здесь где-то располагается ультраширокая камера, камера глубины и макрокамера. Проверим, как у нас сканер отпечатков срабатывает. В принципе, здесь проблем нету, все очень шустренько. И также Face ID, все очень шустро срабатывает, никаких проблем в этом плане нету. Сейчас у меня на аппарате стоят жесты, ну в принципе как на Xiaomi, похожие жесты. Если зайдем вот сюда в сообщение, так выходим назад, палец тянем ближе к середине, у нас выходит местный диспетчер задач. Также есть в настройках, можно поставить кнопки виртуальные, обычные, домой-назад меню, нажимаем на меню, также выходит местный диспетчер задач. Сверху шторка с быстрыми настройками. Есть ночной режим, посмотрим, ну такой немножко темноватый цвет становится. Так, выключаем, посмотрим, как фонарик светит. В принципе, так нормально, достаточно ярко. Вот еще у нас выходят значки Realme Share. Не беспокоить, режим энергосбережения. Также есть оттенки серого, интересный такой режим. Режим управления, детский режим. Вывод на внешний экран, MiroCast имеется, запись экрана. Умное вождение, концентрация внимания. Если нажать сюда, в серединку, у нас выходит, вот, можно посмотреть, какие обои у нас есть. Достаточно такой, ну, большой выбор. Давайте вот такие поставим. Интересно смотрится. Это у нас максимальная яркость. По экрану никаких нареканий нету, никаких засветов. Ну, здесь и речи об этом быть не может. С экраном здесь все в порядке. Минимальная яркость, все как всегда на высоте. Ну, посмотрим, как у нас вот с изменением цвета дела обстоят. В настройках можно поменять теплые и холодные тона, если кому что-то не нравится. Ну, сейчас более такие холодные тона, как понимаю, установлены по умолчанию. Ну, в принципе, как мне и нравится. Качество видео 720p 60. Цветопередача, в принципе, в норме. 720p так не особо и чувствуется, а 6,5 дюймов. Все в пределах нормы. Вот так выглядит звонилка. Русский набор имеется. Датчик приближения, в принципе, адекватно срабатывает. Нет у нас минус такой встроенной записи разговоров. И сам разговорный динамик громкий, никаких нареканий нету. Ну и чтобы заработала OTG, нужно перейти в дополнительные настройки. Подключение OTG. Автоматически отключать после 10 минут бездействия, какие-то там настройки по умолчанию. Ну, в общем, OTG поддерживается. Можем подключать мышки, флешки, клавиатуры. Но минус в этом аппарате, что у нас нет индикатора пропущенных вызовов событий. Пройдемся по настройкам аппарата. Видим вот такие переработанные иконки. Color OS, авиарежим, две сим-карты, сотовая связь. Режим экономии данных есть. Пункт Wi-Fi, Bluetooth, другие беспроводные соединения. Вывод на внешний экран. Строка уведомлений состояния, уровень заряда аккумулятора. Везде у нас перевод. Никаких, конечно, здесь проблем в этом плане нету. Скорость передачи данных, уровень заряда аккумулятора. Жаль, что нельзя рядом возле значка батареи ставить покрупнее цифры. Пробовал ставить сторонние. Программы ничего не получается. Либо вводить виджет сторонней батареи в Play Market на рабочий стол. И там, чтобы видно было аккумулятор у кого со зрением или у кого с возрастом. В общем, проблемы со зрением.
И такие настройки, строки уведомлений, пункт экрана, яркость. Есть у нас автояркость, цветовая температура экрана, вот холодные тона, по умолчанию, есть теплее, размер шрифта, полноэкранный режим, выбираем приложение, вывод на экран по области выреза, ночной режим, можно настроить расписание, можно сделать, чтобы он был холодный или теплее, красновато-коричневые цвета, холодные такие, зеленовато-голубые цвета, начальный экран обоя, режим начального экрана, и стандартный режим, режим ящика, формат начального экрана, такая сетка 4x6, 5x6 есть, скорость анимации при запуске и закрытии приложений, можно выбрать обои здесь, есть живые обои, пункт звук и вибрация, послушаем сейчас рингтон. В принципе, мультимедиа динамик не сильно такой громкий, ну и звонок, я думаю, трудно здесь пропустить. По качеству динамика тоже никаких нареканий нету. Еще такие настройки есть, контроль наушников, технология Real Sound, но это для наушников все делается. Режим не беспокоить, еще раз, вот отдельный пункт имеется. Отпечатки, пароль экрана блокировки, вот можно добавить еще отпечатки, добавить отпечаток пальца. Использовать отпечаток для разблокировки, блокировка приложений также можно сделать и какой-то вот личный сейф. Лицо для разблокировки, также различные приложения можно блокировать. С закрытыми глазами распознавание не работает. Функция надежно защищает телефон, но ваши солнечные очки усложняют задачу. Непосредственно лицо можно сделать, чтобы провести пальцем вверх, если экран включен. Ну, подсветка при слабом освещении также. Умные сервисы, умная езда, умный помощник. Пункт удобства. Чтобы активировать помощник Google, нажмите «Удерживайте кнопку питания» в течение 0,5 секунд. Двусторонние жесты смахивания, то, что у меня сейчас стоит, жесты прокрутки вот такие можно установить. Скрыть панель с подсказками по использованию жестов. Предотвращение ошибочного смахивания вверх. Жесты и движения, жесты режима ожидания. Включение экрана двойным касанием имеется. Проверим сейчас. Нарисуйте Q, чтобы включить камеру. Нарисуйте V, чтобы открыть вспышку. Ну, здесь, конечно, немножечко такой корявенький перевод. Умный звонок. Автоответ при поднесении к уху. Отключать звук при повороте. Снимок экрана тремя пальцами имеется. Смарт-панель, использование боковой панели, только альбомные ориентации, пункт безопасность, разрешение, приложение, здесь какие-то разрешения можно выставлять, всплывающие окна, защита личных данных, защита платежей, детский режим, безопасная клавиатура, очень много вот каких-то настроек здесь, устройство конфиденциальность, здесь, я думаю, все стандартно, аккумулятор, пункт, режим энергосбережения, выключить автоматически, включить при указанном уровне заряда аккумулятора, интеллектуальный режим энергосбережения, расход энергии, показывает, что у нас кушает, вчера, позавчера, режим работы, высокая производительность, умный режим повышенной производительности, без повышенной производительности, отображать в строке состояния заряд, батареи в процентах, активизирование, энергопотребление экраном выключено, можно сбалансированный режим и режим супер энергосбережения включить. Очень много настроек в плане аккумулятора, который здесь 5000 мА. Поэтому вот так вот аппарат заточен. Цифровое благополучие, родительский контроль. Думаю, здесь все стандартно. Дополнительные настройки по памяти. Вот сейчас у меня доступно 42, но у меня стоят игры и кое-какие приложения. Клавиатура, способ ввода. Клавиатура по умолчанию. Google клавиатура. Здесь, по-моему, так она и стояла. Поиск, управление загрузками. Руководство по использованию также есть. Включение и выключение по расписанию. Специальные возможности. Тут, думаю, стандартно все. Возможности разработчика. Хотел показать, сколько памяти сейчас доступно из 3 гигабайт. Но пока что-то здесь не вижу. Спрятали этот пункт. Показывать данные о базу памяти для недавних задач. Подключение в режиме OTG. Создать резервную копию и перезагрузить. Обновление ПО. Что здесь можно? Автоматическое обновление в ночное время. Думаю, еще будут обновления. Нет информации о версии. О телефоне, имя устройства Realme 5, RMX 1911, Color OS версия 6.0.1, версия Android 9, информация по процессору, по оперативке, внутренней памяти, такой номер сборки. Юридическая информация, аккаунты синхронизации, управление приложениями, клонирование приложений есть, пункт. Также игры, пункт имеется, управление моими играми, мастер игр,
разделение экрана приложений. Можно тремя пальцами сделать режим разделенного экрана. Системное приложение, лаборатория Realme. Режим затемнения, включить сейчас. Вот такие интересные фишки. Поговорим о камерах. Вот девайс InfoHV определяет так, камеры 12 мегапикселей основная, f1.8 не определяет какой сенсор, именно фронтальная на 13 мегапикселей, f2.0 тоже, но остальные камеры не видно. Еще есть программа AIDA, но она определила основную камеру, что она от Sony, и фронтальную, что она у нас от Samsung. Перейдем в интерфейс основной камеры. Вверху есть вспышка, включить автовыбор, подсветка, HDR, сверхширокоугольный объектив, насыщенность цвета, различные фильтры. Видео, портрет, также еще ночной режим, панорама, эксперт, ускоренная, замедленная съемка имеется. Перейдем в настройки, соотношение сторон. Вот здесь скудные настройки, во весь экран, 1:1. Ни тебе разрешения, ничего здесь нет, очень скудно все. Фото одним касанием можно сделать, сетка, зеркальное селфи, водяной знак. Ну и также автора прописать. По видео давайте посмотрим, что за настройки. Вот здесь вот можно переключать 720p 4K, 1080p. Также имеется вот исходное изображение, различные фильтры. Перейдем в настройки. Кнопка регулировки громкости с масштаб. Затвор можно, громкость. Съемка по отпечатку пальца. Местоположение, сжатие видео. Высокая эффективность, максимальная совместимость. Зеркальное селфи. Режим фото. Сделаем тестовый снимок. Да, макросъемка здесь, конечно же, на высоте. Есть вот двукратный зум, пятикратный. Попробуем пятикратный сейчас снимем. Вот вам пятикратный зум. Ну, конечно, все там плывет у нас. Камера здесь, конечно, похуже, чем Xiaomi Redmi Note 7. Давайте режим портрет сделаем. Это у нас эффект размытия. Не видно, где у нас можно делать степень размытия. Посмотрим, как стандартно снимает. Ну, в принципе, усики целы. Неплохо снимает. В общем, стандартная камера с портретом хорошо справляется. Ультраширокий снимок. Вот 8 мегапикселей. Верхняя камера у нас на 8 мегапикселей. Ультраширокая. Далее идет основная камера. 2 мегапикселя макрокамера и камера глубины на 2 мегапикселя. Раз-два-три, раз-два-три. Тестовое видео. 1920 на 1080. Пишет в MP4. 30 FPS. Realme 5. Качество видео Full HD. 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Микрофон пишет хорошо. Ну и громкость, в принципе, ну такая средняя. Поговорим о передней камере. Также имеется вот режим вспышки, автовыбор. Светки уже здесь нету. HDR. Различные фильтры, видео, портрет. Если в портрет перейти, тоже размытие есть. Программные украшалки всякие, овал лица, AI-режим подключается. Так, давайте естественно оставим. Перейдем в настройки. Соотношение сторон 4:1:1 по весь экран. Таймер 3-10 секунд, фото одним касанием. Сетка, звук затвора, зеркальное селфи, водяной знак. Также по видео 1080p, 720p. Исходное изображение, тоже вот какие-то фильтры имеются. Съемка по отпечатку пальца, сжатие видео, зеркальное селфи. Ну, неплохо снимает, думаю, для своей цены. Камеру здесь ругают, но аппарат здесь, это не камерафон, не заточен он здесь, что здесь камеры супер-пупер. Здесь в основном упор на батарею, экран 6,5 дюйма. Также сделаем сейчас портрет. Тоже и программно неплохо справляется. Раз, два, три, раз, два, три, тестовое видео, Realme 5. 1920 на 1080, пишет в MP4, 30 FPS. Проверка видеозаписи, качество видео Full HD, 1920 на 1080. Я думаю, пишет также микрофон неплохо, и громкость здесь мультимедиа средняя. Realme 5, стоковая камера, проверка видеозаписи, качество видео Full HD, 1920 на 1080. Проверка также стабилизации видео. Realme 5, стоковая камера, качество видео 4K, проверка видеозаписи.
Realme 5, стоковая камера, качество видео 1080p, проверка видеозаписи, проверка также стабилизации видео. Realme 5, Google камера, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка видеозаписи. Проверка также стабилизации видео. Realme 5, Google камера, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080. Стабилизация включена, проверка также стабилизации видео. Realme 5, open камера, проверка видеозаписи, качество видео Full HD 1920 на 1080. Проверка также стабилизации видео. Open камера, Realme 5, качество видео Full HD 1920 на 1080, проверка видеозаписи. Стабилизация включена, проверка также стабилизации видео. Пройдемся по скринам, по тестам. Тест Antutu 165331 попугай. Сколько ГПУ тест набрал, смотрим. 10 точек мультитач, тач здесь отзывчивый, проблем не увидел. Общая информация Antutu. Вот по камерам видно. Центральный процессор. Snapdragon 665, Android 9, 64-битный. RMX 1911L1. Вот такая вот версия аппарата. 4x1.8, 4x2 ГГц ядра. Adreno 610 видеоускоритель, 320 DPI разрешение. Еще информация по основной камере F2.0. Передняя камера, батарея 5000 мАч, ось Android 9.0, еще информация, NFC не поддерживается, по датчикам информация, вот еще по датчикам, информация AIDA64, общая информация по системе, 3 гигабайта оперативки, RMX 1911, 11 нанометров процессор, Adreno 610 видеоускоритель, по сети Wi-Fi 5 ГГц поддерживается, по батарее информация 5000 мАч, Android 9.0, еще информация, по задней камере Sony MX 386, по передней камере Samsung S5K3L6, информация по температуре, по датчикам, еще по датчикам, 3D Mark, вот такие вот результаты, девайс InfoHV, общая информация, LPDDR4X 3 ГБ, центральный процессор, по системе, по памяти, информация по камерам, по батарее, по температуре, сенсор бокс. Основные датчики имеются, датчик давления, температуры нету, датчик освещенности, компас, датчик приближения 5 см, гироскоп, магнитный датчик, GPS-тест 1447, и тут же 42 увидел, 13 в использовании. Есть поддержка GLONASS, BeiDou и Galileo. Вот такой интерфейс при выключении, защитная блокировка. Интересно, вот нужно свайпнуть, то есть или перезагрузить, или выключить. В общем, такая вот Color OS. Такой результат теста аккумулятора 5286. Батарея здесь честная. Проигрывание видео по Wi-Fi 720p. Качество видео 70% яркости. 18 часов 34 минуты. Я думаю, отличный результат. Смотрим Real Racing. Около минуты игры. Спереди 36, а сзади тоже 36. Modern Combat 5. Okay,
2 минуты игры, 36 спереди, 36 сзади. World of Tanks, настройки высокие. Какой FPS не видно, но вот 60 вроде там виднеется. Около 5 минут игры, спереди 39,6, сзади 38. Запускаем PUBG через GeForce Tool, графика HDR, графика на максимуме. Двадцать шесть минут игры, 40 спереди, 39 сзади. Ну давайте в конце плюсы-минусы. В целом аппарат мне понравился, приятное впечатление. Давайте с минусов начнем. В комплектации идет зарядное устройство и шнурок microUSB. Ну, в общем, это говношнурок какой-то, он глючит. Не мог я установить зарядку нормально, то есть очень долго все это дело заряжалось. То 0,4 ампера, то 0,8 ампера. Ну, на FPDA пошерстил тему, не один я такой. Непонятно, в общем, фирма вполне себе такая презентабельная, на уровне Xiaomi. Вот такое допускает, бюджетный сегмент, можно сказать. Поэтому такие вещи происходят. MicroUSB разъем, ну, привык уже к USB Type-C. Нет здесь NFC, только в русифицированной версии. Нет индикатора, 3 ГБ оперативки, 64 встроенные. Ну, это у меня такая версия, есть 4128. Xiaomi Redmi Note 7 уделывает аппарат по камерам. Ну, в принципе, аппарат на это и не заточен. Материал пластик, нет металла, но он был бы еще тяжелее, если бы здесь был металл. Тугой чехол, он надежный, но какой-то вот громоздкий аппарат. В руке неудобно держать, вот эти края, все камильфо вот это исчезает. Нет встроенной записи разговора. Ну, все это дело решается с помощью рот, но хотелось бы, конечно, чтобы это было встроено. Давайте к плюсам перейдем. Дизайн. Капелька. Он весь такой округлый, удобно лежит в руке. Конечно, вот эта крышка от Realme, их фишка. Все очень красиво смотрится, переливается. Экран мне тоже понравился, цветопередача отличная. Честная батарея здесь и большая, 5000 мАч. Шустрый Snapdragon 665. Для средних игрушек, конечно же, это дело пойдет. Кто в игрушки не играет, с головой этого аппарата хватит, если NFC вам не нужен. GPS мне тоже понравился, шустренький. Впрочем, как и на Snapdragon, все аппараты GPS очень хорошо, быстро ловят. Присутствует гироскоп, компас. Камеры, в принципе, для своей цены устраивают. Динамики мне тоже понравились, разговорные. Динамик мультимедиа средний по громкости. Можно было погромче его сделать. 3,5 мм джек есть. Face ID, сканер, все отлично срабатывает. Но такой обзор, это у нас был Realme 5. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного. Всем спасибо, пока.